Привет. Привет. Меня Меня зовут зовут Вячеслав Вячеслав Марлов. Марлов. Или Слава. Псалмел. Как мы все знаем, недавно у Моргенштерна и Лил Памба вышел совместный трек. Кому-то он понравился, а кому-то нет. Как вы знаете, я достаточно часто экспериментирую в своих видео с разными треками и делаю из них что-то другое, совсем не похожее на начальный трек, который мы брали. Кстати, если вы не видели прошлые видео, где я, например, совместил два трека, гоню быстро и по глазам, то просто вот подсказка где-то тут, переходите и, естественно, смотрите, да? В этом видео я решил поиздеваться над песней What the fuck? What the fuck? What the fuck? А точнее, сегодня мы возьмем трек. Какой трек? Что? Замедлим его и посмотрим, что же у нас получится. Ставьте лайк, подписывайтесь, колокольчик там где-то. Поехали. Ну и для начала я решил написать сам бит, чтобы убрать голос Моргенштерна и Лил Памба из трека. Вот такое вступление. И потом весь трек вот такая вот мелодия. Вот такой вот пресет. GMS. Кстати, вот такие у нас звуки. Вот так расставил клэп, так расставил бас. Хай-хеты очень простые. И, конечно же, кик. И теперь, когда бит готов, мы просто берем и со 174 BPM убираем до 140. Для тех, кто не понял, что я сейчас сказал, мы сделали трек гораздо медленнее. Если вам все еще непонятно, я думаю, это вам объяснит. Вы спросите, почему я выбрал именно 140 BPM? Просто мне понравилось. Итак, теперь из обычного звучания бита вот такого. У нас получилось вот такое. Если честно, можно даже и не заметить различия, потому что вот это ускорение, которое в бите, оно не сильно-то и заметно. Так как дорожки Алишера, которые он записал в качестве акапелл для этого трека, у меня нет, я должен записаться сам. Я уже записался. Как вы видите, тут и так куча дорожек. Ну а перед тем, как мы послушаем, что у меня получилось, я расскажу, как я сделал вот эти вот дорожки. Нет, не выключай видео, я не буду рассказывать, как их обрабатывал. Естественно, я добавил изменения в сам трек, чтобы это звучало более покруче, покласснее. И у Алишера не было так много бэк-вокала, там, даблов, разных эффектов, которые есть у меня. Но от этого хуже ничего не стало. Получился достаточно быстрый ролик, как по мне, хоть я его и сильно задержал. Ну а теперь, когда я все рассказал, вы, если еще не сделали, ставите лайк, подписывайтесь, пишите комментарий и приятного прослушивания.